Не знаю, как начинать, по-английски или по-русски. I don't know how to start in English or in Russian. Maybe better in English and you will follow in Russian. All right, let's do that. Давайте все-таки Рэба будет по-английски, я буду переводить на русский. Чтобы быстрее было. Yeah, it will be faster. Yeah. I'll try to play. Но сначала по-русски. Right now I'm going to start in Russian. У меня есть просьба была от нашей семьи, которая к нам присоединилась из Балты, помолиться за них. I have a request from one of the family which joined us from a town called Balta. Саша и Эстер, ее нету. Саша и Эстер. Давайте мы помолимся Esther. Просто за вас, за ваше устройство и здоровье. We wanted to pray for you and for your health. Авину Шабашамаем, Отец Небесный, благословенно имя Твое. Прошу Тебя милости и благости для Александра и Эстер. Ты даешь устройство и также, Господь, возможности оформить документы необходимые. Господь, благослови его здоровьем. Благослови его мощью своей, Господь, милостью своей, Господь, восстановлением Твоим во имя Иисуса из Назарета. Амин. Непосредственно хочу обратиться к тем, кто любит молиться. I want to reach out to all those who are love to pray. Библия говорит о том, чтобы мы постоянно молились. Bible encourages to pray all the time. Поэтому, когда даже если вы находитесь на уличной евангелизации, либо вы участвуете в самом фестивале, so it doesn't matter where you are, somewhere outreach, right on the street, or in the event itself. Ваша молитва, она нужна. Your prayer is very needed. Я просто кидаю вам вызов. I throw you a challenge. I'm challenging you right now. Испытайте, насколько благ Господь. Just try the Lord, how good He is. Господь работает через молитву. Lord works through the prayer. А не то, что мы делаем просто так. Not just by our actions. And now is the message. И сейчас послание. This is the message I prepared a few weeks ago. Это послание, которое я приготовил несколько недель назад. And due to some circumstances, I did not deliver it to the congregation. И из-за некоторых обстоятельств я не говорил его в собрании. But this year of Jewish year. Но этот год это еврейский год. The calendar that we have, it's coming to the Shemitah, year of Shemitah. Наш календарь, он нас подводит к году Шмиты. 5776. 5767 год. Everybody somehow trembling before that numbers. И все каким-то образом трепещут перед этими цифрами. The year of Shemitah. Год Шмиты. And it's important. И это очень важно. And it's not coincidence that it's happening here in Odessa with the festival. И это не просто совпадение, что все сейчас это происходит в Одессе, наш фестиваль. My message is very simple. И мое послание очень простое. This is the year. Это тот самый год. The life or death. Год жизни или смерти. The life or death. Год жизни или смерти. And I prepared this for us to understand what that means. И я приготовил это для нас, чтобы мы понимали, что это значит. I believe. Я верю. Sincerely believe. Я искренне верю. What we do. Что мы делаем. It will depend, we'll live or die. И от того, что мы делаем, будет зависеть, будем ли мы жить или мы умрем. Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Библия говорит, что от избытка сердца говорят уста. And what is in your mouth? А что в твоих устах? Life or death? Жизнь или смерть? Comes from your heart. Это все исходит от твоего сердца. When I was preparing this message, I believe the Lord spoke to me the verse from the Bible for this year. И когда я готовил это послание, я верю, что Господь обращался ко мне и давал мне места Писания из Библии на этот год. Romans 10:13 and 19. Римлянам 10 глава с 13
с 13 по 18 стих. Everyone who will call upon the Lord will be what? Saved. And if you read following verse, каждый, кто призовется, имя Господне будет спасен. Если мы будем следовать за этими стихами, how could we call upon the one that we never heard? Как мы можем взывать к тому, о ком мы вообще никогда не слышали? How to believe in those who we never heard about it? Как верить в того, о ком мы даже не слыхали? How we can know about him if we will have no one who will preach to us? А как мы узнаем о нем, если никто не будет проповедовать нам о нем? How could we preach if we will never been sent? Как кто-то будет проповедовать, как мы будем проповедовать, если никто не высылает нас? And his last verse 17 says, so faith comes by hearing. И последний стих из этого участка говорит, что вера от слышания. And hearing from the word of God. И слышание от Слова Божьего. So what is in the Shemitah? И что же такое Шмита? The Shemitah is the Jubilee, and this year it's a 50 of 50, something special. И Шмита — это юбилей, юбилейный год. Это как бы 50-е из 50-х. And everybody is trembling about it. И все трепещут перед этим. And many of you know this phrase. И многие из вас знают эту фразу. I heard this many times. Я слышал ее много раз. They will say, Rebbe. И мне говорили, Рэбе. This is the issue of life or death. Это вопрос жизни или смерти. This is the important thing. Это очень важная вещь. We have to resolve this. Нам нужно это решить. Most of the people will use that phrase. И большинство людей используют эту фразу. Because of they want something from you. Потому что они хотят чего-то от тебя. They want to resolve the issue they have in life. Они хотят, чтобы какие-то вопросы в их жизни разрешились. And said, this is it. Done. И сказать, все, все, с этим покончено. It's kind of small manipulation. Это даже такая небольшая манипуляция. And when we're talking about Shemitah, и когда мы говорим о Шмите, we are talking about the expression of life and death. И мы говорим о выражении жизни и смерти. And you will understand what I mean. И вы сейчас поймете, что я имею в виду. In Luke, в Евангелии от Луки, you know this, that special moment. Вы знаете тот особенный момент. Yeshua coming to the synagogue. Иешуа приходит в синагогу. And it been given to him a Torah scroll. И ему дали свиток Торы. He takes an open half Torah in Isaiah 61. И он открывает местописание Исаия 61. The Spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. And he will say, this is the year of Jubilee. И он говорит, это юбилейный год. He says, this is a Shemitah. Это Шмита. This is time of Shemitah. Это время Шмиты. I came and he will say, I am the year of Shemitah. И он говорит, я есть это Шмита, год Шмиты. This is the year of deliverance. Это год освобождения, to healing, исцеления and proclaim the gospel. И провозглашение Евангелия, благой вести. I'm a Shemitah. На Шмиту. When we're talking about year of Shemitah, so many Jewish people are so worried what will happen. И когда мы говорим о годе Шмиты, очень много евреев, они озабочены, что же произойдет? The economical collapse. Они думают, что, может быть, экономика развалится. The planes will fall, whatever can happen, the stock market go down, whatever. Самолеты будут падать, биржевой рынок акций обвалится. But I want to stand today and say. Но я хочу сегодня встать и сказать. This is the year of Jubilee. Это юбилейный год. This is the year of Shemitah. Это год Шмиты. And what is coming from your mouth? И то, что исходит из твоих уст. It depends how you will live. И от этого будет зависеть, как ты будешь жить. How many people will hear you? Как много людей тебя услышат. The life. Жизнь or death. Или смерть. And the Bible says that the life and death in the
in the power of tongues. И в Библии говорится, что жизнь и смерть во власти языка. I can paraphrase this verse. Мы можем перефразировать этот стих. The quality of your life. Качество твоей жизни. Depends on the words that you speak. Зависит от того, от тех слов, которые ты произносишь. And you will taste that life. И ты ощутишь, почувствуешь эту жизнь. If you will speak good things. Если ты будешь говорить хорошие вещи. Claim the God's kingdom come. Провозглашать царство Божье приближающееся. Claim that Yeshua is the way, the life. Если ты будешь провозглашать, что Иешуа — это путь истинной жизни, ты спасешь себя, и ты спасешь тех, кто услышит тебя. Когда мы говорим о проповеди Евангелия, и мы говорим не только об этом фестивале, обо всей этой неделе напряженной работы, мы говорим о году. Мы говорим о целом годе. The year that God has given to us. О том годе, который Бог дал нам. That we can go through. Через который мы можем пройти. And see the fruit. И принести плод. Today I will ask you. И сегодня я хочу спросить вас. Are you ready to speak life or death? Готовы ли вы говорить жизнь или смерть? Every one of you will say, wait a minute, I want to live. И каждый скажет, подожди, я хочу жить. I want to live good. Я хочу жить хорошо. And live good is good. А жить хорошо — это хорошо. I want to live with my children, my grandchildren, children of my children. Я хочу жить с моими детьми, внуками. None of you will not die today. И никто из вас не захотел бы умереть сегодня. И никто из вас, может быть, не был бы готов умереть завтра. So what is the key? И в чем же ключ? And as Bible says, First Corinthians 15:33 and 34. 1 Коринфянам. Brothers, don't deceive yourself. Там сказано, что братья, не обольщайтесь. Bad company. Bad company. Плохое сообщество. Dissolve your good manners. Развращает ваши хорошие нравы. It will destroy your manners. Это уничтожит все твои. Whatever you had in your life, you'll be destroyed. Все, что ты имеешь в своей жизни, будет разрушено. And as Paul will say, Rav Shaul. И Рави Шауль или апостол Павел говорит. If you will read it, this verse 34, it says, "To your shame, I'm telling you." И если вы прочитаете 34 стих, он говорит, к вашему стыду. Many of you do not know God. К вашему стыду говорю, многие из вас не знают Бога. Why? Почему? Because the quality of your life. Потому что качество вашей жизни. The way you want to live your life, rich in riches of God. То, как ты хочешь прожить свою жизнь в полноте Бога. Зависит полностью и только от тех слов, которые ты говоришь. Прежде всего, Слово Божье говорит в начале, в самом начале, Берешит, в начале не было ничего. And the Spirit of the Lord was dwelling or flying over the darkness. И Дух Божий носился над тьмою. And then he said, he spoke the word. И потом сказано, что он произнес слово. He didn't have a magic word, you know, that magic tricks. Не было никакого волшебства в этом. Magic stick, you know. That fairy tales, you know, like. Не было никакой волшебной палочки, которыми машут феи. Go to Cinderella movies, and you will say, oh. Или вы как можете посмотреть. The mouse became a horses. Как мыши превращаются в лошадей по взмаху волшебной палочки в фильме «Золушка». Yeah, but he said, he spoke the word. Но он сказал, что он изрек слово. The second is that the word that is not really connected to the people. Next thing. Следующее.
This is the word that is not connected with many people. А что это слово, оно не соединено со многими людьми. That word became the enemy. Это слово, оно стало врагом. To many people. Для многих людей. That word is became a curse to many people. Это слово стало проклятием для многих людей. In the Gospel of John. В Евангелии от Иоанна. 1:1 says, in the beginning there was a первая глава, первый стих. В начале было Слово. И Слово было Бог. И Слово было с Ним. Это очень странная фраза. И потом там говорится, и это Слово стало плотью и обитало среди нас. Our words that we speak, it's totally dependent on what we are proclaiming, what we confessing. И наши слова, они полностью зависят от того, что мы произносим, что мы исповедуем. If we are the believers, если мы верующие, our words, the words of truth, наши слова, слова истины, it's based on Yeshua, the word of God. Они основаны на Ишуа, слово Божье. Became flesh. Слово Божье стало плотью and dwell among us. И обитало среди нас. That is what God has want us to do. И это то, что хочет Господь, чтобы мы делали. Yeshua says, I'm telling the truth. I am the way, the life, and the truth. И здесь сказано, что Ишуа говорит, я есть путь истинной жизни. I am the bread of life. Я хлеб жизни. If you will not drink from my blood, если вы не будете пить от крови моей и есть от плоти моей, it's strange word for Jewish people. Это очень странные слова для евреев. It was forbidden by Torah to, I mean, blood and flesh, the sacrifices. It was forbidden by no human sacrifices ever. Человеческие жертвоприношения, они полностью строго запрещены в Торе. And Yeshua says, yet. If you will not participate in that word, if you not eat that flesh word that's become a flesh, you will not enter the kingdom of God. И все равно Иешуа говорит, если вы не будете есть от плоти, от того слова, которое стало плотью, вы не войдете в царство Божье. What I try to say is very simple. И что я пытаюсь сказать, это очень просто. Our connection with God. Наша связь с Богом. Listen, just our connection with Adonai. Наша связь с Адонаем. It depends on the words we speak. Зависит от тех слов, которые мы произносим. Just listen about it. Просто послушайте, вслушайтесь в это. Life or death. Жизнь или смерть. And God says, I want you to live. Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил. My purpose for you is good. Мои намерения о тебе благо. To live. Я хочу, чтобы so, ты жил. Out of abundance, what we speak on the streets of Ukraine and Odessa, it will depend how we live whole year. И из того изобилия тех слов, которые мы будем говорить на улицах Одессы, будет зависеть то, как мы будем жить целый год. And Rav Shaul says in Romans 1:8 says, I thank you for your faith. И также Рав Шауль или апостол Павел говорит, что я благодарю вас за вашу веру, она услышана во всем мире. Our faith we proclaim. Нашу веру мы провозглашаем. And not only by words, и не только словами, but the actions, но также и делами, our character, нашим характером, what we do, тем, что мы делаем. Many people will offend you on the street this week. Многие люди будут обижать вас на улице в течение этой недели. What is your reaction will be in the back? Но какая будет ваша обратная реакция? What words you will use? Какие слова будете вы использовать? Oh, go ahead, schmuck. He doesn't know the words. But anyway, this is just what we have. It depends on what we proclaim. Но все равно то, что мы имеем, зависит от того, что мы провозглашаем. So many of us, так много из нас. We believe in God. Мы верим в Бога. We believe in Yeshua as his son. Мы верим в то, что Иешуа — это его сын. We believe that he is the Messiah of Israel.
Мы верим, что Он Мессия Израиля. He's a savior of the world. Что Он Спаситель мира. We believe that He died and rose again on the third day. Мы верим, что Он умер и воскрес на третий день. And we say because we do believe this. И из-за того, что мы верим в это, we testify that by our mouth. Мы свидетельствуем об этом нашим языком. It's based on Romans 10:9 is that we when you will testify with your mouth that God has risen Yeshua from the death, that you will be saved and those who will hear you will be saved. Римлянам 10:9 говорится, что мы свидетельствуем своими устами о том, что Иисус воскрес, и кто будет веровать в Него, будет спасен. And that is not enough. Но этого только недостаточно. We believe that if we confess with our mouth that Yeshua is our Messiah, мы верим, что если мы исповедуем устами, что that is enough. И Иешуа — это Мессия, этого достаточно. It's enough for everyone. Этого достаточно для всех. And I'm now talking to Jewish people. И я говорю... I'm talking to a Jew now. Я говорю сейчас только к евреям. And sometimes as a Jewish people, who believe in Yeshua as a Messiah. И иногда евреи, которые верят, что Иешуа — это Мессия, many Jews are asking, are you the one believing this? И многие евреи и иудеи спрашивают, ты вот тот, кто верит во все это? And they will say, Yeshua, if you know that. Если вы будете говорить, Иешуа, вы знаете, какие последствия могут быть. And we say, I believe. И мы говорим, ну да, я верю, что Бог всемогущий. He promised the Messiah. И он, do you believe in Messiah? И он возведет Мессию, а ты веришь в Мессию? And we're not giving a straight answer. И мы не говорим, мы не отвечаем прямо. This is a test for us. И это как раз испытание для нас. Not only that we believe and confess in the corner somewhere that Yeshua is my Messiah. Чтобы мы не только верили, но также исповедовали устами, что Иешуа это Мессия. We have to live by it. Не только это, мы также должны жить соответственно этому. Everyone would know that you are His disciple. Чтобы все знали, что ты Его ученик. If you will have a love. Если у тебя будет любовь. Будешь иметь любовь. I will not read all the passages I was prepared. Не буду сейчас зачитывать все места Писания, которые я приготовил. But I want to tell you one few things. Но я хочу сказать вам пару вещей. God has given us opportunity to speak of jubilee. Бог дает нам возможность говорить на юбилей. Like Yeshua said, I am a jubilee. I came to deliver people. И как Иешуа сам сказал, я есть юбилей, я пришел, чтобы освободить людей. The nation or people cannot be delivered. И целая нация, народ, он не может быть освобожден. If the one who speak to them about freedom not free themselves. Если тот, который будет говорить им о свободе, не свободен сам. Just maybe it's a strange expression. Может быть, это какое-то странное выражение. If you're not free, если ты не in свободен, Messiah, и в Мессии, if you're not confess with your life, if with your mouth, who is the Messiah, если your action, если ты не исповедуешь своей жизнью, своими устами, твоими делами, if это, your life looks like the world, not different than the world, если твоя жизнь ничем не отличается от жизни этого мира. I can tell you one thing: God will never send you to deliver His people. Я хочу сказать тебе, что Бог никогда не пошлет тебя освободить Его народ. Because you don't know what the freedom is. Потому что ты сам не знаешь, что такое свобода. If we have something grudge against the brothers or sisters that God created, если мы что-то имеем на брата своего или на сестру, then we are not free. Которую создал Господь, мы тогда не свободны. This is the year of jubilee. Just listen to me. Это год юбилейный. Просто прислушайтесь ко мне. For us. Для нас. We have all, I would say, all rights to be trembled. У нас есть все право, чтобы трепетать. The year of life or death. Это год жизни или смерти.
And so Paul, actually it's written to Hebrew 12:1. So when we have so many witnesses, let us throw all those bondages from us. И когда при таком количестве свидетелей, давайте отбросим все, что удерживает нас. And we'll do our what's that? Just like поприще, будет как даже. Oh, there is one. Okay, it's in English. We are in this world not alone. Мы не одни в этом мире. Yes, we believe in Yeshua as Messiah, God as Almighty. Да, мы верим что Иешуа Мессия и что Бог всемогущий, и в этом мире мы не одни. In Proverbs 18:21-22, I already read one portion of this. The life and death is in the power of the tongue. И в притчах я прочитал небольшой отрывок, в котором говорится, что жизнь и смерть во власти языка. But really, just the next verse is very, very strange one. Но следующий стих очень странный. Today we'll have a chuppah. Сегодня у нас здесь хупа. In about maybe 10-15 minutes we'll start a chuppah. And it will not be long, I promise you, not be long. И через 10-15 минут у нас будет что-то происходить здесь под хупой, я обещаю, это не будет затягиваться. But the 22nd verse says the. Но что говорит второй стих? Man who finds the wife finds the good things. Муж, который нашел хорошую жену, в общем, это благо для него. And it's just, yeah, конечно. And I was thinking, how is the life and death in the power of tongue connected to find a wife? Я думал, то, что жизнь и смерть во власти языка связана вообще с женой. Have you ever thought about it? Вообще когда-то об этом задумывались? Is how many of you dated before? Как your wives or husbands you dated? Кто встречался с мужем или женой перед тем, как вы, собственно, обвенчались? So the power to win opposite sex was in the power of tongue. И все вот в отношении противоположных полов это было во власти языка. How to say the word. Как правильно сказать слова? If you're, let's say, boyfriend or girlfriend, or woman or man. Если, к примеру, вы мужчина и женщина. At the first time of your date. И в начале только когда вы начинаете встречаться или в начале свидания. Because he did something wrong, you will say, oh, schmuck. Из-за того, что ты сделал что-то не так, ты же не скажешь ему, болван. Oh, and he will say, oh. This is such a powerful word to me. И ты скажешь, о, какое могущественное слово это для меня. Повтори, пожалуйста, повтори. He will never do this. Конечно же, он этого больше никогда не сделает. You exchange the good words. Вы обмениваетесь только хорошими словами. You're so beautiful. Ты такая красивая. You're so handsome. Ты такой привлекательный. You're such a good man and good woman. Ты такой хороший мужчина или женщина. And then calling your mom and say, "Mama, should I ask how much money he makes?" No, not. И ты звонишь своей маме и спрашиваешь, мама, что мне спросить, сколько он зарабатывает, все-таки или нет? But I will try to say that because I'm a rabbi, I have to deal with many marriages. И поскольку мне нужно это сказать, поскольку я рэбби, я имею дело со многими браками. 99% of family problems. 99% из всех проблем в семье. Even the one who would just go through divorce. И даже те, которые проходят через развод. Begin with the words. Начинаются со слов. Not with what he did. Не из-за того, что он сделал. What he said. Из-за того, что он сказал. What she said. Что она сказала. What the expectation was. Какие были ожидания? Usually people say, we got married. Обычно люди говорят, мы поженились. Where are those words he spoke to me and promised to me? А где все эти слова, где все эти обещания, данные мне? Or he will say, I never knew she can speak that way. А он говорит, я не знал вообще, что она так заговорит, что она вообще может так говорить.
The problem starts with the mouth. И проблемы, они как раз начинаются от языка. And I tell you, just this is if we want to have a healthy life. И я хочу сказать вам, если мы хотим иметь здоровую, нормальную жизнь с твоей семьей, с детьми, so speak the words that been encouraging. Говорите те слова, которые будут вдохновлять, которые будут давать надежду. That give them a chance to recover. Слова, которые будут давать шанс, чтобы ретироваться. You might say, why should be, flattering them. The truth is truth. Почему ты можешь сказать, ну зачем же мне льстить? Правда есть правда. Yeah, of course. Да, конечно. And about Messiah says that he will not break the stick. Но Мессия сказал, что он даже трости надломленной не переломит. So he will have a mercy. Что он даст милость. Он дает второй шанс. And it says that even if you want to curse, blaspheme Yeshua, you've been forgiven. You'll be forgiven. И там сказано, даже если ты скажешь богохульство, если ты проклянешь Ишуа, ты все равно будешь прощен. Even the Father. Даже отец. But not on the Holy Spirit. Но только не даже на отца, но только не на Духа Святого. Because he's the one who teach us. Потому что он тот, который научает нас. Speak a good word. Говорить хорошие слова. The Holy Spirit never curse people. Дух Святой никогда не проклинает людей. The Holy Spirit is saying hope to people. Дух Святой, Он всегда говорит, Он провозглашает надежду людям. Да, Он обличает людей во грехах. Но Он приводит людей к истине. И я говорю вам это, потому что сила, та власть в тех словах, которые есть у нас. This is the year of Jubilee. Это юбилейный год. And to keep in this year of refreshed, и чтобы этот год оставался годом освежения, we have to know that this is important for us. Нам важно знать, нам нужно знать, что это очень важно для нас. I will end with this small story. И я хочу завершить этой небольшой историей. This story I have taken from the notes of my wife. Эту историю я взял из заметок моей жены. And this story about one professor. Это история об одном профессоре, who came to state to this Tennessee to teach at the theological seminary. Который приехал в штат Теннесси учить в теологической семинарии. He just taught whole week and the rest of the weekends. И он учил всю неделю и на остаток выходных. He decided to rest a little bit with his wife. Он решил отдохнуть немножко со своей женой. And early in the morning went to the breakfast closest restaurant. И рано утром он пошел в ближайший к отелю ресторан. You know, the Americans they love breakfast. Ну, знаете, американцы они любят завтрак. Это how you begin your day, it always depends how you end it. Как ты начинаешь свой день, от того, как ты начинаешь свой день, зависит, как ты его закончишь. С хорошим ужином. But the restaurant was full with the people, and they ordered their food. Но ресторан был переполнен людьми, они заказали свою еду. They were sitting alone at one of the tables. И они сидели за одним из столов. And at a certain point of time. И в один момент времени this old man who came to the restaurant and start to talking to people. И один пожилой человек зашел в ресторан и начал разговаривать с людьми. Say hi, how are you doing? It's nice to see you again. И говорит всем привет, как дела, рад тебя видеть снова. He will sit down at that table and talking about the lives. Он садился, подсаживался за столик, общался. He goes from one table to the other, and, you know, just visiting people. И он так шел от одного столика к другому, навещая людей. And the professor of theological seminary says, "Honey."
И профессор этой теологической семинарии сказал, слушай, дорогая, я очень надеюсь, что этот пожилой человек не сядет за свободный стул за нашим столом. Пока он это произносил, этот пожилой человек уже подошел и поздоровался. По-моему, вы, как, я никогда не видел вас здесь. Вы новенькие здесь. А чем вы занимаетесь? У вас какие-то дела или вы просто на отдыхе получаете удовольствие? And the professor says, "Oh, I'm a professor of theological seminary. I came here to teach at your seminary, and I had a whole, I mean, full week, and I'm a little bit tired, and kind of meaning that, please." И он сказал, что я профессор теологической семинарии, я вот приехал сюда, чтобы учить. Вы знаете, я учил всю неделю, и сейчас я немножко устал. И он говорил это, давая понять, чтобы человек тут удалился. You're teaching our pastor to preach. И он говорит, о, слушай, ты учишь нашего пастора проповедовать. Пасторов. He said, Он говорит, ну да. Teaching them to how to preach. Я учу их, как проповедовать. And the old man says, "Oh, it's so nice." Он говорит, этот пожилой человек говорит, да, очень здорово, классно. And by the way, I have a great illustration for you. И он говорит, слушай, у меня для тебя есть очень хорошая иллюстрация. It's a small story. Это очень маленькая история. But very interesting. Но очень интересная. And this man thought, that professor thought, oh. И этот профессор подумал, еще одна из этих тысяч историй, которые я даже никогда не смогу запомнить. Why do I need this? Почему? Зачем мне вообще это надо? But being kind, he said, okay. Ну хорошо, он был все равно вежлив, добр, и сказал, хорошо. This old man says, look, see that mountain through the window. И этот пожилой человек сказал, посмотри, ты видишь эту гору, вот, гору, которая виднеется через окно. At the foot of the mountain there was a young boy, lived young boy. И у подножья горы жил однажды молодой мальчик. He was born out of wedlock. Right? Он вне брака. Он да, был рожден вне брака. So he never knew his father. И он никогда не знал своего отца. Even though his mother took him to the church. Несмотря на то, что его мать водила его в церковь. At his teenager time, he was so angry. Когда во время того, когда он был подростком, он был очень зол. He was angry because everybody was asking him. Он был зол, потому что все спрашивали его. Oh, who are you? А кто ты? Who's your father? А кто твой отец? And because he loved the church, и из-за того, что он очень любил церковь, he will come late to the service. Он приходил немного опаздывая на служение, leaving earlier, и уходя немного раньше, just to escape the question, who are you? Чтобы просто избежать этих вопросов, кто ты? And there was a new pastor at the church. И в церкви был новый, появился новый пастор. He tried to, you know, be participating with members. И он хотел общаться постоянно с паствой, со всеми членами церкви. And one day, one Sunday, и однажды, в одно воскресенье, he finished, his service earlier. И он намного раньше закончил служение. And that boy was just somehow missed that point of dismissing. И этот мальчик, он не понял, почему так рано всех распускают. And the pastor were right at the door. И пастор был в церкви прямо у дверей. And he has no way to escape. И он уже никак не мог увильнуть. Shaking the hand, say hi, pastor, and he was greeting people. Все жали ему руки, говорили здравствуйте, пастор. Он приветствовал всех людей. And this is time to the boy tried to sneak through. И это как раз то время, когда этот парень решил как-то прошмыгнуть, проскользнуть. He was 12 years old. Ему было всего лишь 12 лет. And pastor suddenly stopped him. И неожиданно пастор остановил его. And said, "Oh, он сказал, hello. Привет. And who are you?" Кто ты? And suddenly the whole church became a quiet place. И неожиданно вся церковь вдруг замолчала. Like, who is your father? А кто твой отец? And he noticed that everybody is
quiet. И он заметил, что все почему-то вдруг замолчали. And then he was saying, "Oh, yes." И вдруг он сказал: "А, да." It is the familiar resemblance in your face. Да, что-то есть очень знакомое в твоем лице. I know who your father. Я знаю, кто твой отец. And everybody was like, "What is it?" И все удивились, что что? And this boy is like, "This is not the right question for me." И этот мальчик как бы говорил, это не самый подходящий для меня вопрос. And he said, "I know the resemblance." Он говорит, я узнаю это в твоем лице. You are the son, сын, of Almighty God. Всемогущего Бога. You are the kid of God that creates you. Ты сын, ты ребенок Бога, который создал тебя. When he left that church, that boy. И когда этот мальчик, он вышел из церкви, he was with new understanding who he is and who his father. Он наполнился новым пониманием того, кто он и кто его отец. Every from that point, every time anyone will ask him, who is your father? И с того времени каждый, кто спрашивал его, кто твой отец и кто твоя семья, say, он всегда говорил, что я дитя Божье. The professor, his wife, was very stunned by that. И профессор и его жена были очень... So, выключать можно, да? А, это ваш. Прошу прощения. Так бывает. Да. Еще громче. Но это же еще у нас, между прочим, в прямом эфире. Прошу прощения. The professor, his wife was very stunned by that story. И профессор и его жена были очень удивлены этой историей. This old man raised up and started to leave the table. И когда они встали за стола, and this turned to them and said, "By the way." И он повернулся к ним и сказал: "Кстати." If the pastor will not tell the boy that he is a child of God. Если бы пастор не сказал этому ребенку, что он дитя Божье, I wouldn't be here today. Я бы здесь не был сегодня. They were just really stunned. Они были действительно очень ошеломлены этим. And that old man left. И этот пожилой человек, он ушел, удалился. And when the professor got his senses back, и когда профессор пришел в себя немножко, he called a waiter. Он подозвал официанта. And said, "Just a second, please. This old man, do you know him?" Подождите секундочку. Вы знаете этого пожилого человека? And the waiter says, smile. He said, "Yes." И официант улыбнулся, сказал: "Да." Everybody knows him. Все знают его. He is Ben Hooper. Его зовут Бен Хупер. He's our ex-governor of Tennessee. Он наш бывший губернатор штата Теннесси. The words, слова, they can speak the life, они могут говорить жизнь или смерть. We are at the Rosh Hashanah. Мы сейчас вступаем в Rosh Hashanah. At the year of Jubilee. В юбилейный год. The Shemitah. В год Шмиты. You don't have to be afraid of the economic collapse. Не нужно бояться, не нужно бояться того, что экономика может рухнуть. The wars and rumors of wars. Не нужно бояться войны или военных слухов. All of this will be. Все это будет. What is important to us? Но что важно для нас? Yeshua said, Ишуа сказал: "Go preach the gospel." Идите, проповедуйте Евангелие. A good news. Благую весть. A good news. Благую весть. In the words of life. И слова жизни. With attitude of believers. С отношением, какое должно быть у верующих. Not only for Rosh Hashanah. Не только на Rosh Hashanah, на Новый год. And next year. Но также на весь следующий год. And those who believe in Yeshua. И те, кто верят в Ишуа. For them is not a fear of stock market crash, oil go down, or airplanes not flying, whatever.
И для тех, кто верит в Ишуа, это не будет годом, когда обваливается рынок ценных бумаг или самолеты падают. Они верят, что Ишуа — это Мессия. И они имеют надежду и веру. Я прошу вас всех подняться сейчас для молитвы. Join together. Вы можете взяться за руки. I will pray the simple prayer. Я помолюсь очень простой молитвой. That our Father in heaven. Наш небесный отец. Will prepare our hearts. Чтобы мы приготовили. For the Shemitah. Наши сердца для года Шмиты. Not to be afraid. Чтобы мы не боялись. But to have the words of life. Но имели слова несущие жизнь. To your wife and to your husband. Для вашей жены или для вашего мужа. To your children. Для ваших детей. To your co-workers. Для ваших сотрудников. To your neighbors. Для ваших соседей. To your best friends. Просто для ваших друзей. I will pray that this year will be the year of life. Пусть этот год будет годом жизни, годом вдохновения. The love in God. Любви в Боге. And a refreshing. Освежение. And I will leave you with that. И я хочу оставить вас вместе с этим. Abba, we are entering to the Shemitah. Небесный Отец, мы входим в год Шмиты. Many people can prophesy many things. Многие люди пророчествовали многие вещи. But I know you said that you've come to bring a peace. Но я знаю, что ты сказал, что ты пришел принести мир. You come to bring a deliverance. Ты пришел принести освобождение. You come to proclaim of this year of year of jubilee. Ты пришел, чтобы провозгласить этот годом юбилея. And you said, I am a Shemitah. Ты сказал, что ты и есть сам Шмита. And we would like to welcome you. To our lives, first of all. И прежде всего мы хотим пригласить тебя в свою жизнь. And we want to enter into your life. И мы хотим войти в твою жизнь. We want to live. Мы хотим жить. And see people be saved. И видеть, как спасаются люди. That they will receive the life of Yeshua in their being. Чтобы они приняли жизнь Ишуа в себе. And let our people rise and from a death. Чтобы наши люди, они воскресали из этой смерти. Бешем Ишуа Машихейну. Амен. Амен.